Всем привет, друзья, с вами Топчик, и сегодня мы вместе с вами будем играть в Эгварс на сервере Кубкрафт. Давайте приступать. Игра у нас с вами начнется через 12 секунд, и самое время сказать вам, чтобы вы подписались на канал, поставили лайк и поделились этим роликом со своими друзьями. Ребята, сегодня у нас с вами будет такой челлендж. Мы с вами должны будем победить как можно быстрее всех своих соперников. Поэтому немедленно, сразу же, с самого начала. Вот мы с вами лутаем немножечко железа. 22 штучки я залутал. Бежим. Нам с вами нужно как можно быстрее победить. Это у нас будет игра на время. Так, так, так. Блоки. Ладно, еды я даже не покупаю. Я надеюсь, то, что времени мне хватит. Так, вообще я хотел вот на красненького идти. Но раз уж серый у нас здесь, то мы с вами будем уничтожать серого. Так, убили серого. Бежим, ломаем ему яйцо. Лутаем ресурсы. Бежим за ним. На нашу базу... Так, понятно. Ты самый умный. Все, братан, не скинул. Не скинул ты меня. Тебе от нас не убежать. Я тебя заколочу все равно. Все, мы с вами его победили. Нельзя дать красному застроить кровать. Ну, точнее, яйцо. Блоками, потому что в противном случае мы будем очень долго с ним потом сражаться. А этот красный не такой простой, как я думал. Нужно постараться, чтобы его победить. Да, к сожалению, у нас не получилось его переиграть. Но сейчас у меня будет хороший меч. Я буду сытенький. И поэтому я думаю, то, что мы с вами его победим. Меч, кстати, у меня не хороший. И кирку. Кирка у меня есть. Я должен был, блин, ему ломать. Да, я забыл то, что у меня в ките есть кирка. И из-за этого я не сломал ему яйцо. А так бы у нас с вами все получилось. Нет, братан, все. Я бегу на таран к твою... Так. Да ты агрессивный, я смотрю. Все, мы с вами его заколотили. Бежим. Вот это вот забираем. И как только он попытается нас сейчас ударить... Да, мы с вами его успешно уничтожили. Что же, первых своих соперников мы с вами уничтожили. Хотя прошло у нас еще всего лишь 2 минуты с начала игры. Очень неплохие результаты. Давайте купим себе меч получше. И надо купить еды, потому что я скоро с голоду тут помру. Так, хотя бы 4 стейка мы с вами закупили. Давайте еще стейков купим. Стейки — это полезная вещь. Так. А не хватает мне на 12 штучек, значит, будем по одной штучке покупать. Так, а вот таким вот образом раскладываем здесь предметики, чтобы было поудобнее. И нам с вами нужны еще блоки, иначе мы до соперников, до своих просто не достроимся. Так, кирка у нас с вами есть получше. И блоки. Блоки мы с вами тоже закупили. Все, погнали на центр. Нам с вами нужно как можно быстрее уничтожить всех. Команд у нас с вами еще очень много, а друзья, вы пока не смотрите сейчас, через сколько закончится ролик, просто скажите, напишите в комментариях, точнее, через сколько у нас с вами получится победить, сколько времени у нас это займет, и мы потом с вами сверим, угадали вы или нет. Так, я видел то, что синий здесь был, но судя по его блокам, поэтому обязательно нужно побежать и его уничтожить одним из первых, потому что в противном случае уничтожит он нас. Нельзя дать ему закупиться. Так, а где синий? А, синий у нас генератор апгрейдит. Но синий — это очень плохая затея. Ломать блоки — это затея еще хуже. Ой. Ой-ой. Так, какой-то агрессивный у нас игрок. Он очень сильно защищает свою базу. Мы все равно к тебе проберемся, братан. Так, странно. Я был уверен, что он прыгнет. Ладно, раз. Нас
тут пытается бирюзовый закрысить, то мы с вами уничтожим сначала бирюзового в таком случае, а потом уже примемся за синего. Так, ты бирюзовый, по-моему, попутал. Все, бирюзового мы с вами вынесли. Погнали убивать синего. Синий, прости. Но не дело мне мешать выигрывать, поэтому закупаем себе еще и железку. А, хотя бы вот такую вот. Все, теперь, братан, тебе точно крыша. Так, бежим за ним. На этот раз не дадим ему простроиться наверх. А он тоже закупился. Хитер. Но мы хитрее. Мы выждем. Он слепой? Или он тупой? Я вот не понимаю немного. Все. Заколебал, не хочу я тебя ждать. Все, просто выпихиваем его. Ломаем ему яйцо. Забираем его ресурсы. А ты сам путь через верх строил. А нет, так, понятно. Нам с вами нужно купить бы себе меч за 12 хотя бы. Вот, именно меч за 12 мы с вами сейчас и купим. Так, еду подбираем. А меч за 12. Зачем я купил еще один каменный меч, господи? Вот такой вот меч мы с вами покупаем. Все, погнали. Так, блоки еще нужно. Блоки — вечная проблема. Строить нужно всегда. Железо нужно всегда. Просто почему-то в какие-то моменты этого железа становится слишком много, а в какие-то их не хватает. Этого самого железа. Так, бежим дальше. Бежим прямо. Кто у нас еще остался? С той стороны у нас с вами оранжевый. Нет оранжевого. А фиолетовый где-то подох. Вот там вот фиолетовый, видимо, был. Поэтому, да, фиолетовый у нас с той стороны, поэтому побежали. А, тут у нас и фиолетовый, и светло-голубой. Ну, слава богу, темно-зеленый, это я, и меня тут нету. Ты чё за лагерь такой, а? Нужно уничтожить этого игрока, друзья. Вы видели, как он странно пробежал мимо меня? Так. Но это нечестно, он сейчас пойдет и уничтожит меня. Все, слава богу, мы с вами его догнали, потому что я уже начал пугаться. Так, но мы с вами должны победить, мы должны выиграть. Все должно получиться, друзья. Это уже не самый быстрый ролик, как я понимаю. Давайте разберемся сначала со светло-голубым вот этим вот, а потом уже тогда придем к фиолетовому. Так, светло-голубой у нас какой-то, ну, бас. Не знаю, каким образом он меня сумел не заметить. Давай, братан, ну прыгай, прыгай. Все, этого парнишку мы с вами заколотили. У нас остался фиолетовый и розовый. Так, фиолетовый у нас прыгает в бездну. Это, в принципе, хорошая идея. Но я в любом случае тебя уничтожаю, братан. Так, главное убить сейчас лагеря, а то скинет он меня куда-нибудь вниз. Все, мы с вами его прибили, остался у нас только розовенький. Я, если честно, понятия не имею, где он находится, потому что с той стороны мы с вами смотрели, вроде никого не было. Там, где я был, понятное дело, я всех своих соседей уничтожил, и там его не было. Получается, он все-таки с той стороны. Но каким образом я его не заметил? А, да, он у нас с той стороны. Но в таком случае, пойдемте его уничтожим. И, собственно, игра у нас закончится. Очень быстро я пытался сегодня все делать. Я этого игрока вижу, он на своей базе. Что-то делает непонятное.
Братан, я бы с тобой бы сейчас попвпхался бы, честно, дал бы тебе даже оружие, может быть, хорошее. Но у меня задача немного другая. Итого, мы с вами, друзья, выиграли всего лишь за... За 10 минут. Ровно 10 минут у нас длился ролик. С вами был я, друзья, Топчик. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, ставить ваши царские лайки. И, конечно же, делитесь этим роликом со своими друзьями, чтобы мой контент увидело как можно больше людей. Также не забывайте заходить на наш с вами сайт topchik.ru. Напоминаю вам то, что с этого момента, точнее даже не напоминаю, а впервые говорю, потому что если вы на сайте не были, то вы этой информации еще не видели. А раньше я выпускал ролики на ютубе премьерой, чтобы все игроки заранее могли увидеть, какой ролик выйдет у меня на канале. Теперь же я этого не делаю, и увидеть будущие ролики вы можете только на сайте topchik.ru. Поэтому постоянно заходите туда. А теперь ролик будет просто выходить, как на всех других каналах. Что ж, друзья, я желаю всем удачи, услышимся через 3 дня. Всем пока!